Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу, как связать вот такую вазу для фруктов или конфет диаметром около 20 сантиметров с цветочным рисунком. У меня также есть подставка для салфеток с похожим рисунком, но это тема отдельного видео. Есть такой же комплект в цвете мяты и солнечный желтенький. Но сегодня я вновь буду вязать, используя обычные нитки белые в 50 граммах 280 метров. Это хлопок крючком 1,95. Начнем вязать отсюда с центра со скользящей петли, в которую сделаем 16 столбиков с накидом. Итак, делаем скользящую петлю таким образом. Подхватываем вторую ниточку, вытягиваем ее наперед. Делаем первую петельку, немного затягиваем скользящую петлю. Делаем 3 воздушные петли вместо первого столбика с накидом. И продолжаем делать столбики с накидом. Вот у меня получилось 3, включая первые 3 воздушные петельки, которые мы считаем как первый столбик с накидом. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Полностью затягиваем скользящую петельку и делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Мы будем начинать каждый ряд с 3 воздушных петелек и заканчивать соединительным столбиком в третью воздушную петельку подъема. Во втором ряду, в каждой второй из этих столбиков, что мы связали, мы будем вязать 2 столбика с накидом и между ними 2 воздушные петли. Итак, начинаем с 3 воздушных петелек. Это первый столбик с накидом, и в это же место делаем еще один столбик с накидом. 2 воздушные петли. Пропускаем столбик. Делаем 2 столбика с накидом в один столбик. 2 воздушные петли, пропускаем столбик. В следующий делаем 2 столбика с накидом. 2 воздушные петли и продолжаем таким образом по рисунку. В конце ряда после 2 воздушных петелек делаем соединительный столбик в третью воздушную петельку подъема. Всего у нас получилось 8 групп из 2 столбиков с накидом. В третьем ряду вместо 2 столбиков с накидом мы будем вязать 4, и в четвертом ряду 6 столбиков, и они по-прежнему будут разделены 2 воздушными петельками. Итак, начинаем с 3 воздушных петелек, делаем столбик с накидом в это же место, и в следующий столбик с накидом 2 столбика. 2 воздушные петли. В следующие 2 столбика также делаем 4. 2 в первый из столбиков с накидом и 2 во второй. Получилось 4 вместо 2. 2 воздушные петли. И так продолжаем. Повторяем еще 6 раз. В четвертом ряду удваиваем количество столбиков по сторонам рисунка, то есть делаем 3 воздушные петельки и столбик с накидом в это же место, затем в следующий столбик с накидом делаем 1, в следующий столбик с накидом также делаем 1 и в последний столбик с накидом делаем 2. Таким образом, вместо 4 у нас получается 6. 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом в первый из 4,
один столбик в следующий, один столбик в третий и в четвертый вновь 2. Опять вместо 4 получилось 6. 2 воздушные петли. И таким образом продолжаем работать. В пятом ряду мы разделим вот эти группы из 6 столбиков с накидом напополам по 3 столбика с накидом, и между ними будем вязать 3 воздушные петельки. Начнем, как всегда, с 3 воздушных петелек. В следующий столбик с накидом вяжем столбик с накидом и столбик с накидом в третий столбик. Теперь 3 воздушные петли и 3 столбика с накидом в 3 оставшиеся. 1, 2 и 3. 2 воздушные петли всегда будут разделять эти 8 секторов, которые мы вяжем. Далее вновь вяжем 3 столбика с накидом. 2, 3. 3 воздушные петли, чтобы разделить эти 2 группы из 3. И вновь 3 столбика с накидом. После этого 2 воздушные петли. И продолжаем вязать таким образом до конца ряда. В 6 ряду мы продолжим вязать 3 столбика с накидом, а между ними свяжем 3 воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли. Итак, 3 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом. Затем 3 воздушные петли. Находим среднюю из 3 воздушных петель, которые мы связали в предыдущем ряду. В нее делаем столбик с накидом. 3 воздушные петли. 3 столбика с накидом. Эта часть узора у нас будет повторяться. Каждый сектор будет начинаться и заканчиваться 3 столбиками с накидом. 2 воздушные петли для разделения между секторами, 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом в среднюю из воздушных петелек предыдущего ряда, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Продолжайте, пожалуйста, работать по рисунку. В 7 ряду в этот столбик, что мы только что связали, мы будем делать 2 столбика и между ними 3 воздушные петли. Итак, 3 воздушные петельки, столбик с накидом, столбик с накидом, 3 воздушные петельки, в столбик вяжем столбик с накидом, 3 воздушные петли и еще один столбик с накидом в этот же столбик, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом, столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом в это же место, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом. И повторяем этот рисунок еще 6 раз. Вот так. В 8 ряду
в цепочку, которую мы сейчас сделали между двумя столбиками с накидом, мы будем вязать 3 столбика с накидом, разделенных одной воздушной петелькой. Итак, как всегда, 3 столбика с накидом в начале ряда. Затем 3 воздушные петли. Пропускаем первую цепочку из 3 воздушных петелек и во вторую вяжем столбик с накидом, 1 воздушная петелька, столбик с накидом, 1 воздушная петелька, столбик с накидом, 3 воздушные петли и 3 столбика с накидом. Два, три, две воздушные петли, вновь 3 столбика с накидом, три воздушные петли, в среднюю цепочку вяжем 3 столбика с накидом, разделенных одной воздушной петелькой. Последний из 3 столбиков, 3 воздушные петли и 3 столбика с накидом. 2. И далее вяжем по рисунку. В 9 ряду в каждый из столбиков, что мы сейчас связали в середине этого рисунка, мы будем вязать 2, и между ними по-прежнему будет 1 воздушная петелька. Итак, 3 столбика с накидом в начале ряда, 3 воздушные петли, как всегда, почти всегда. Затем в первые столбиков с накидом делаем 2. 1 воздушная петля. Во второй столбик вяжем 2. Одна воздушная петля. И в следующий тоже вяжем 2. Три воздушные петли. 3 столбика с накидом. 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. 3 воздушные петли. 2 столбика с накидом в 1, 1, 2, 1 воздушная петелька, 2 столбика с накидом, 1 и 2, 1 воздушная петелька, 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли и 3 столбика с накидом завершают эту часть работы. 2 сектора связали вместе. Продолжайте, пожалуйста, самостоятельно. В 10 ряду надо боковыми 2 столбиками с накидом мы будем вязать 2 столбика с накидом с пико между ними, состоящим из 4 воздушных петелек. И над средними 2 столбиками с накидом мы свяжем 4. Итак, 3 столбика с накидом в начале, 3 воздушные петли, столбик с накидом в первый столбик с накидом, 4 воздушные петли. Делаем соединительный столбик в верхушку этого столбика с накидом по 2 ниточки. Вот таким образом. И столбик с накидом. 1 воздушная петелька.
Вяжем 2 столбика с накидом в следующий столбик с накидом и 2 столбика с накидом в следующий. На 2 в середине мы связали 4. 1 воздушная петелька, столбик с накидом, 4 воздушные петли. Делаем соединительный столбик под 2 ниточки этого столбика с накидом и столбик с накидом. 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом в первый столбик с накидом, 4 воздушные петли. Делаем соединительный столбик в верхушку столбика с накидом, столбик с накидом, 1 воздушная петелька, 4 столбика с накидом в 2, 2 и 2, 1 воздушная петелька, столбик с накидом, 4 воздушные петли, соединительный столбик, столбик с накидом, 3 воздушные петли и 3 столбика с накидом. Продолжайте, пожалуйста, вязать, повторите еще 6 раз. В 11 ряду вместо 3 воздушных петелек по сторонам мы будем вязать 5. И в каждой из 4 столбиков с накидом мы свяжем столбик с накидом и разделим их 1 воздушной петелькой. Итак, начнем с 3 столбиков с накидом. Пять воздушных петелек. Пропускаем пико. И вяжем столбики с накидом, столбики с накидом. 1 столбик, воздушная петелька. 1 столбик, воздушная петелька. 1 столбик, воздушная петелька. И последний, 4 столбик, 5 воздушных петель. И теперь 3 столбика с накидом. 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом, 5 воздушных петель, 4 столбика с накидом, разделенных воздушными петельками. 4 столбик с накидом, 5 воздушных петель и 3 столбика с накидом. И продолжайте, пожалуйста, вязать по рисунку. В 12 ряду в каждой из 4 столбиков, которые мы сделали в предыдущем ряду, мы будем вязать пышные столбики. Пышные столбики состоят из 3 столбиков с 2 накидами, и между ними будет по 3 воздушные петельки. После 3 столбиков с накидом мы сделаем не 5, не 3, как обычно, 4 воздушные петли. Теперь 2 накида,
Начинаем вязать столбик с двумя накидами. Протягиваем крючок раз, два, не протягиваем третий раз. Начинаем вязать второй столбик с двумя накидами. Раз, два, не довязываем его. И точно так же третий столбик с двумя накидами. Раз, два. И теперь провязываем все петельки вместе. Делаем первую очень плотненькую воздушную петельку, чтобы закрепить вот этот острый кончик пышного столбика. И две обычные воздушные петли. Делаем два накида. Начинаем вязать столбик с двумя накидами, не довязываем. Начинаем вязать второй, не довязываем. Начинаем вязать третий. И когда у нас на крючке 4 ниточки, провязываем их все вместе, закрепляем плотненькой воздушной петелькой, делаем еще 2 и вяжем следующий пышный столбик. Раз, два, два накида, раз, два, два накида, раз, два, и протягиваем крючок через все 4 ниточки, петельки на крючке, раз, два, 3 воздушные петли, и делаем последний столбик, пышный столбик из столбиков с двумя накидами. И теперь 1 очень тугая воздушная петелька и 3 обычных. Вяжем 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. 2 воздушные петли. 3 столбика с накидом. Четыре воздушные петли, 2 накида, вяжем первый пышный столбик, раз, два, 2 накида, второй пышный столбик, раз, два, 2 накида, третий пышный столбик, и заканчиваем их все вместе, 3 воздушные петли. Начинаем вязать следующий пышный столбик. 1 недовязанный, 2 недовязанный, 3 недовязанный столбик с 2 накидами. Провязываем вместе 3 воздушные петли. Следующий пышный столбик. 1, 2. 1, 2. Раз, два. Заканчиваем вязать вместе. Раз, два, 3 воздушные петли. И последний пышный столбик. 1 недовязанный столбик с 2 накидами. 2. 3. Заканчиваем вместе. Раз, два, 3, 4. Воздушные петельки, 3 столбика с накидом. И продолжаем вязать таким же образом еще 6 раз. В 13 ряду начинаем вывязывать узор сеточки, который состоит из столбиков без накида, между которыми 5 воздушных петелек. И затем позже мы присоединим вот этот узор соты, который соединит 8 секторов, которые мы вывязываем. Итак, 3 столбика с накидом. А затем, как я уже сказала, мы будем вязать воздушные петли и столбики без накида, но вот первые воздушные петли у нас будут не 5, а 4. И свяжем столбик без накида в первую же цепочку.
тоже из 4 воздушных петелек. Теперь начинаем вязать цепочки из 5 воздушных петель и столбики без накида между пышными столбиками. 5 воздушных петелек, столбик без накида между пышными столбиками. 5 воздушных петелек, еще один столбик без накида между пышными столбиками. 5 воздушных петелек, столбик без накида в последнюю цепочку. И теперь 4 воздушные петли. 3 столбика с накидом. Две воздушные петли, 3 столбика с накидом, 4 воздушные петли, столбик без накида под первую цепочку, 5 воздушных петель, столбик без накида, 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 4 воздушные петли и 3 столбика с накидом. Продолжаем этот узор. В 14 ряду мы продолжаем вязать сеточку. И вместо 5 столбиков без накида мы будем делать 4. То есть она у нас будет постепенно сужаться. Вяжем 3 столбика с накидом. И начиная с этого ряда, все цепочки мы будем делать из 5 воздушных петелек. 5. Пропускаем первую цепочку, вяжем столбик без накида под вторую. 5 воздушных петелек. Столбик без накида под следующую цепочку. Столбик без накида. И после 5 воздушных петелек еще один столбик без накида. Пропускаем следующую цепочку. 5 воздушных петелек, 3 столбика с накидом. 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. 5 воздушных петелек. Пропускаем одну цепочку. Вяжем первый столбик без накида. 5 воздушных столбик без накида. 5 воздушных столбик без накида. 5 воздушных, последний четвертый столбик без накида. 5 воздушных петелек и 3 столбика с накидом. И далее вяжем по рисунку, повторяем это еще 6 раз. В 15 ряду мы будем продолжать узор соты, продолжаем его уменьшать, и у нас будет только 3 столбика без накида. А вот между 3 и 3 столбиками с накидом мы начинаем вывязывать узор соты. И для этого свяжем 3 воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли. Итак, 3 воздушные петли, столбик с накидом, столбик с накидом, 5 воздушных петель. Пропускаем первую цепочку, столбик без накида.
5 воздушных петель, столбик без накида. 5 воздушных петель, последний столбик без накида в этом ряду, в этой части узора. 5 воздушных петель, 3 столбика с накидом. И вот в этом месте мы начинаем вывязывать соты. 3 воздушные петли, делаем столбик без накида под эту цепочку из 2 воздушных петелек, 3 воздушные петли. Далее 3 столбика с накидом. Пять воздушных петелек. Пропускаем цепочку в следующую, столбик без накида. 5 воздушных петелек, второй столбик без накида. 5 воздушных петелек, третий столбик без накида. 5 воздушных петелек, 3 столбика с накидом. 3 воздушные петли, столбик с накидом между 3 и 3 столбиками. 3 воздушные петли, и дальше продолжаем 3 столбика с накидом. И таким образом вяжем по кругу. В 16 ряду продолжаем сужать сеточку. У нас останется только 2 столбика без накида. А эту часть, наоборот, продолжаем расширять. И свяжем 2 столбика с накидом, разделенных 3 воздушными петельками. 3 столбика с накидом. 5 воздушных петелек. Пропускаем первую цепочку, в следующую вяжем столбик без накида. 5 воздушных петелек. Пропускаем следующую, вяжем столбик без накида. 5 воздушных петелек. Пропускаем цепочку, вяжем 3 столбика с накидом. 3 воздушные петли. И можно вязать под цепочку следующий столбик с накидом, но узор получается ровнее, если связать в цепочку, в среднюю, во вторую воздушную петельку из 3, столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли и 3 столбика с накидом. Для начала следующего сектора 5 воздушных петелек, столбик без накида под вторую цепочку, 5 воздушных петелек, столбик без накида, 5 воздушных петелек, 3 столбика с накидом. Теперь 3 воздушные петли, столбик с накидом во вторую из 3 воздушных петелек, 3 воздушные петли, столбик с накидом во вторую петельку, 3 воздушные петли. И далее продолжаем вязать самостоятельно. В 17 ряду, в той части, где сеточка, у нас останется только 1 столбик без накида. А там, где соты, мы будем вязать 3 столбика с накидом. Итак, 3 воздушные петли, столбик с накидом, столбик с накидом, 5 воздушных петель, 1 столбик без накида, 5 воздушных петель и переходим к 3 столбикам с накидом.
теперь 3 воздушные петли. Первый столбик с накидом в середину цепочки из 3. 3 воздушные петли. Второй столбик с накидом в середину цепочки. 3 воздушные петли и 3 столбик. 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Пять воздушных петелек, 1 столбик без накида, 5 воздушных петелек, 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Первый, 3 воздушные петли, 2, 3 воздушные петли, 3, 3 воздушные петли и 3 столбика с накидом. Итак, продолжаем по рисунку, пожалуйста. В 18 ряду мы будем продолжать расширять узор соты, свяжем 4 столбика с накидом. А вот здесь десяточка, мы по-прежнему свяжем 1 столбик без накида, но вместо 5 свяжем 3 воздушные петли по обе стороны этого столбика. Итак, 3 столбика. Три воздушные петли, столбик без накида в столбик без накида, 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Три воздушные петли, столбик с накидом. 3 воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли, 4 столбик с накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика. Раз, два, три. Три воздушные петли, столбик без накида в столбик без накида. Три воздушные петли, три столбика. Три воздушные петли, 4 столбика с накидом, разделенные 3 воздушными петельками. Второй столбик с накидом, 3 воздушные петли, 3 столбик. Три воздушные петли. 4 столбик, 3 воздушные петли. И дальше продолжаем 3 столбика с накидом. Вот так теперь выглядит работа. В 19 и предпоследнем ряду мы свяжем 5 столбиков с накидом в рисунке соты. А в этой части мы свяжем только 6 столбиков с накидом. Между ними ничего не будет. Итак, мы вяжем 3 столбика с накидом. 2, 3. И сразу переходим к следующим 3, 4, 5, 6. И теперь 3
воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик, 3 воздушные петли, столбик, 3 воздушные петли, последний, 5-й столбик, 3 воздушные петли, 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 воздушные петли и 5 столбиков с накидом, разделенных 3 воздушными петельками. Я связала 1, это 2, 3 воздушные петли, 3, 3 воздушные петли, 4, 3 воздушные петли, 5, 3 воздушные петли, и далее вяжем 6 столбиков с накидом. И сейчас последний, 20-й ряд, отделочный ряд. В каждые из 3 воздушных петелек мы будем вязать 3 столбика без накида. В каждый столбик с накидом пикой из 4 воздушных петелек, а 6 столбиков с накидом мы соберем в 1. Итак, начинаем вот с этих 6 столбиков. Свяжем 3 воздушные петли и затем 5 незаконченных столбиков с накидом. Не заканчиваем первый, не заканчиваем второй, третий, четвертый, пятый. И теперь провязываем все имеющиеся петельки на крючке вместе. Первая воздушная петелька всегда очень плотная, и свяжем еще одну, чтобы нам приблизиться к этой цепочке из 3 воздушных петелек. Теперь вяжем столбик без накида, столбик без накида, столбик без накида. В столбик с накидом тоже столбик без накида. Цепочка из 4 воздушных петелек и соединительный столбик в верхушку этого столбика без накида по 2 ниточки. Вот таким образом. Дальше 3 столбика без накида в цепочку. В столбик с накидом, столбик без накида, 4 воздушные петли и соединительный столбик. В цепочку 3 столбика без накида. Столбик без накида в столбик с накидом, 4 воздушные петли и соединительный столбик в верхушку. 3 столбика без накида и следующий в столбик с накидом. 4 воздушные петли, соединительный столбик по 2 ниточки. 3 столбика без накида, столбик с накидом, столбик без накида, 4 воздушные петли, соединительный столбик, 3 столбика без накида.
Теперь делаем 2 воздушные петельки и 6 незаконченных столбиков с накидом. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Провязываем их все вместе, делаем одну очень плотную воздушную петельку и еще одну. И далее повторяем столбики без накида и пико. Так. И вот вязание закончено. Теперь его, конечно, нужно накрахмалить. У меня на канале есть видео по тому, как крахмалить вязаные изделия. Посмотрите, пожалуйста, если нужно. Форма и даже размер вашей вазы будут в значительной степени зависеть от того, на чем вы будете ее крахмалить. Я буду использовать вот эту чашу, металлическую чашу справа. Я ее нашла в Икее. Она диаметром около 20 сантиметров. А когда использую другие нитки, немного более тонкие, то крахмалю на этой стеклянной чаше слева, и тогда у вас получается несколько поменьше, около 18 сантиметров в диаметре. И вот моя ваза накрахмалена и высохла. Она довольно твердая. Ее можно использовать под фрукты, под конфеты. И если когда-то вам придется ее постирать, то ее всегда можно перекрахмалить. Если вам понравилось видео и ваза, которую мы вместе связали, пожалуйста, поставьте лайк. И если вы еще не подписались на канал, но хотите быть в курсе новых проектов, подписывайтесь и нажимайте кнопку колокольчика. До следующего видео. До свидания.